В этой игре же есть фонарики, насколько я помню, да? Кстати, отвертка в первой же комнате. На Q. Ага, окей. Мы куда будем с тобой предметы кидать? А тут телек тоже сам по себе врубался. Это от вечного? Бегаю как дурень с этим ключом, он не подходит. Так, флешку мы нашли. Угу. Я, короче, буду все выкидывать на улицу. И батарейку туда же. Да, да. Все на улице. Вот три предмета. Так, ну сверху у нас получается осталось три двери открыть. Ага. А мы можем туда же в гараж. Угу. Опа. А фонарики надо выключать? Ха. А ну вообще легко.
Модельки как из фазмы. Так. Две двери осталось. Все, двери открыты в гараж. Там же, по-моему, один ключик от машины. Так, а нам нужен крест? Так. Ха. Так, я пойду тогда наверх пока. Угу. Телефон. Вроде все. А какой там код был? 5887? Не, нифига. Нет. Ну, может быть. Так, а как выйти из... А, все. На полу. Я пойду дальше. Так. А какая разница? Надо же сейчас блокировать сначала. Так, золотой ключик. А. Так, один неизвестный ключ. Туру-ту-ту-туру. Чем она звонит на телефон? Да, один вот сейчас со мной. Один я применила, а второй взяла. Этот вот второй, я что-то не могу предложить ума, от чего он. Машина не применяется, тут дверь тоже. Ну да, не тот ключ. Короче, пускай пока тут лежит. А, там ноутбук, да, внутри. Thank you.
Да, она была наверху. Я ее наверху оставляла. Господи, зачем мне батарейка? Тут транквил. Я с крестом похожу. Наверху в твоей комнате, по-моему. Я к тебе пришла и оставила. Нашел? Ну, вроде бы больше мы ничего нигде не забыли. А, вот еще один ключ есть. Что мы? Наверное, от этой двери. Ха, нет. Значит, от машины. Угу. А тут есть присед вообще, что-нибудь такое? Может быть. 5177. А ну-ка. Где телефон? Угу. Телефон открылся. Хорошо. Короче, нам нужен Wi-Fi. Угу. А ключа нет еще какого-нибудь? Одна. Пока одна. Значит, что-то еще в доме. Там, по-моему, что-то нужно сделать, чтобы включить. Как минимум, вот эту комнату открыть. Да. Не пойму, где мы ключ оставили.
Нам же еще пароль нужен от комнаты наверху. Походу. Нет, ключей больше нету. Значит, упс, упс. Если она меня не поймает. А дверь на улицу открыта? При атаке. Угу. Может быть, тут еще где-нибудь поискать? Да. Давай тогда думать. Вспоминать. Но он не подходит никуда. К этой двери он не подходит. Наверху дверей, в принципе, не осталось. Тут же все открыто, да? Да. Здесь код нужен. Рез поможет? Нет. А, прикольно. Ага. Так, а что нам нужно вводить в компьютер? Да, вот на этой клавиатуре пароль какой-то шестизначный. Че бы видеть, что там написано?
Давай позвоним Уильяму. Почему нет? Он нас достанет отсюда. Угу. Зачем нам отвертка? Давай еще что-нибудь разберем. Сейчас несу. Куда ее тыкать? Угу. Все. Сейчас бы вспомнить, что за пароль. Ну да. А сейчас у нас загвоздка с тем, что мы ключ потеряли. Вроде бы уже везде. О, господи, я нашла ключ. Все. Он лежал в шкафчике. Так, вот тут ключ нужен, походу, это тот. А где этот ключ был? Так, мы потеряли ключик. Ага. Угу. Сейчас. Сейчас так и закончится, я приду. Я иду. Тут дурацкая дверь от машины еще мешается. Здравствуйте. Здравствуйте. А, это там, где я без тебя уехала, да? Нет. Потому что ты уехала, заснят. Да. Так, нам нужно включить. А, сначала нам нужно питание. Чё? Подождите-ка. Нужен телефон. Сосканируй QR-код.
Ну тут такого и нету. Все. Ага, все, прекрасно. Что теперь? Нифига, света нету. Так, теперь мы можем интернет включить, правильно? Раз есть свет. Почти. Давай, давай. Так, пароль. Я не помню, какой там пароль был. Пароль. Опять интернета нет. Да. Нет, должен быть. Нам нужно сначала зайти, пароль считать, а потом уже... Ой. Она меня поймала. Нет, это изи. Вы не смогли сбежать из дома? Чего? Да, это... А мы оба погибли, что ли? Нет. Да здравствуй я. Так, пароль. Блин, вообще бесполезный. Мыло, да? Я просто помню, там прям, по-моему, было написано Wi-Fi на какой-то бумажке. Блять, я на свет вырубила. Где-нибудь в машине, интересно. Нам нужен вот от этого ящичка, ключик. Наверное, в этом ящике. Пять ключ искать. Мне кажется, мы уже везде смотрели.
Опачки. Нифига ты ключами кидаешься. Я ее взяла. Что? Записку. Я взял. Она там. Ага. И что там? И тут аккаунт номер и пароль уже надо будет новый ввести. Ну, аккаунт номер не нужен, да? Только пароль. Да. ТТКА. Угу. 3107. Угу. Все, отлично. Так, теперь пароль от мыла нам нужен. Продиктуешь? Угу. КГ. Угу. 60-58. Угу. Так. Раз, ненужное сообщение. Два, ненужное. Три, ненужное. Спасибо, что используете наш сервис. Угу. И нафига он нам? Без ничего важного и нету. Он донатил в собачий приют, какой молодец. Да тут вообще ни о чем не написано. Тебе никакого пароля, ничего нету. Можешь посмотреть. А что написано locked? Я залочила, чтобы она не выключала нам свет. Задрала уже. Я пошла гулять. Может, что найду? Хотя куда я пошла искать-то вообще? Нам нужен пароль от того компьютера до исторического. Флешку куда-нибудь вставить. Вначале нам нужно. Пошли наверх, да, там тоже пароль. Вопрос какой? Нет, зачем нужно было все это? Я вот тоже не пойму. Вводи 16 350. Угу. Просто в меме была запись.
16 350. Ага, все, да. В общем, мы могли бы давно туда зайти. Так, нам нужна флешка. Флешка где-то валялась. Угу. Так, нам тут тоже нужен аккаунт. О, код от... Телефон с собой? На почту. А, на почту должен код прийти. Угу. Господи, боже мой. Я дверь пока закрою. Угу. Я тоже. Ты кушали? Нет. Я тоже спрятался на сей. У нас вот тут еще сейф остается последний. Так, ее темпли код 0667. Угу, все, отлично. Фотки с собаками. Где фотки с собаками? О. Фотка с собаками и кошками. О, почему? Прикольно же. Так, что нам тут нужно? Он похож на Филю из этого. Спокойной ночи. Так, аренда, которая нам не нужна. Нам нужна какая-то картина зеленая, что-то под ней. Я пойду искать картину, ты пока посмотри, может быть, что-то еще. В компьютере. Скорее всего, это на первом этаже, да, эта картина будет. Пока что? А. Зеленая картина. Тут есть какая-то картина, но она вообще валяется. Так это же все, мы это уже сделали. Так, хорошо. Там не было книги, я ничего не брала. Книга кодирования. Книга кодирования. Не было книги кодирования. Иди сюда с телефоном, чтобы я свет включила. А, телефон тут, все. Она.
Все, свет есть. Точно? Да, точно. Какие-то значения вбить и нажать на ту штучку. Но какие? Это... Ай, сейчас я пойду за телефоном. Во-во. Ноль семь шесть шесть семь. Шесть семь, по-моему. Сейчас. 0 7 6 6 7. 0 7 6 6. На блокнот, на винде. Все. Книжку с декодингом я, например, не находила. Где она, блин? Она, наверное, в сейфе сейчас его.
Ну все. Здрасте. Я батарей. Кодинг не нашел. Так. Ну пошли батарейку-то хотя бы. Да господи, ты. А зачем тогда нужна функция locked, если она все равно вырубает даже через нее? Блин. Ну на улице. А, рация, да, в гараже. Так, включено. Руки подшибать бы этой девочке. Что? Теперь бы нам пароль от этой штуковины. На горке покататься. Хороший вопрос. О, господи, боже мой. Да я вышла, она на кухне ползает. Я прям с ней столкнулась. Смотрю, ничего не вспоминаю, вот честно. Компьютере? А где оно? Радиовибрация. Хорошо.
На месте. Опять она светлая, да. Вот это... И просто, это просто проблема? Наверное, да. Как успехи? Пойду призрака гонять. А, ой. Угу. Пошли. От главной двери. О, господи. А что за мной бежит такое огромное, судя по шагам?
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, вы сбежали. В машине было круче. Интересно, ее будут вообще обновлять?